Дорогие друзья, плачет вся Россия от этой ужасной новости. Смотрите наш канал, каждый день свежие новости, только у нас на канале и только для вас, дорогие наши зрители. Сегодня рано утром на всех сайтах и телеграм-каналах появилась печальная новость. Стало известно о том, что сегодня ночью в одну из больниц города Москвы бригада скорой помощи доставила известную российскую артистку Милану Тюльпанову. Сообщается о том, что девушка потеряла сознание в одном из дорогих ресторанов города Москвы. Она находилась там на дне рождения у своей лучшей подруги. Уже в больнице медики диагностировали у нее отравление неизвестным медицинским препаратом. Кто отравил известную российскую артистку, сейчас выясняют сотрудники полиции. Ждем подробности, друзья, родственники. Артистки сообщают о том, что скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь известной российской артистки. Следите за нашими новостями, и уже в следующем выпуске мы расскажем вам об этом более подробнее, дорогие наши друзья.